Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 23 на странице 60 учебника математики для 3 класса автора Маром. В большой бидон помещается 15 литров молока, а в банку 5-я часть молока из бидона. Сколько литров молока входит в одну банку? Сколько нужно банок, чтобы разлить в них молоко из 3 полных бидонов? Давайте посмотрим на условия задачи. Нам известно, что в бидон помещается 15 литров молока. В банку неизвестно сколько, но известно, что 5-я часть молока из бидона. Два вопроса. Сколько литров молока входит в одну банку? И сколько нужно банок, чтобы разлить в них молоко из 3 полных бидонов? Давайте сначала узнаем, сколько литров молока входит в одну банку. 5-я часть молока из бидона. Чтобы узнать 5-ю часть, нужно 15 разделить на 5. Получится 3. 3 литра L без точки. Записываем в скобках, тире помещается в банку. Теперь нам нужно узнать, сколько нужно банок, чтобы разлить в них молоко из 3 полных бидонов. В один полный бидон помещается 15 литров молока. Чтобы узнать, сколько литров молока помещается в 3 бидона, нужно по 15 взять 3 раза. То есть 15 умножить на 3. 10 на 3 – 30, 5 на 3 – 15. 30 плюс 15 равно 45. L без точки записываем в скобках, тире в 3 бидонах. Итак, у нас 3 бидона, и нужно разлить их по банкам. Мы знаем, что в одну банку помещается по 3 литра. Сколько нужно банок? Для того, чтобы это знать, 45 разделим по 3. 45 – это 30 и 15. 30 разделить на 3 – 10. 15 разделить на 3 – 5. 15 банок без точки, записываем в скобках, тире, потребуется. Итак, у нас было два вопроса. Первый вопрос – сколько литров молока входит в одну банку? 3 литра молока входит в одну банку. Сколько нужно банок, чтобы разлить в них молоко из 3 полных бидонов? 15 банок потребуется. Записываем слово ответ, ставим две точки и пишем 3 литра, запятая, 15 банок, точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.